Благоустройство самого большого парка Барнаула продолжается. На сегодняшний день в юбилейном приступили к строительству тротуаров и разных площадок, в том числе и бывшего танцпола. Вот только стройматериалы, говорят местные жители, потихоньку растаскивают, а уже сделанное портят. Объект без охраны – приманка для людей с низкой социальной ответственностью. Неделю назад примерно приехали, ну, люди какие-то, спилили деревья, побросали их, то есть там прям вертикально кое-какие стоят, то есть довольно травмоопасно, что может на голову кому-то упасть. Вот мы своими силами не можем это все распилить, скажем, утащить куда-то. Вот, поэтому нужен хозяин, чтобы за этим следил. У меня появился ребенок, и мы решили, что это оптимальное место, где можно гулять, где нет ветра, где хорошая экология и так далее. Поскольку статус заброшенного места был, очень много было маргиналов. То есть здесь и вечеринки алкогольные и так далее и тому подобное. И многие просто боялись сюда приходить. Чтобы спасти зеленую зону, общественники решили обратиться напрямую к губернатору. По их мнению, профинансировать благоустройство и сохранить парк в приличном состоянии сможет только краевой имущественный фонд. Потому что парк Изумрудный находится в их ведении. Вот. И в каком состоянии они сейчас держат этот парк, это очень здорово. Но у них есть техника на сегодняшний день, которая им, в принципе, бывает нужна очень мало. Они купили, то есть они свои функции уже выполнили, и сейчас она не нужна им. А вот нам бы она здесь уже в парке, вот в юбилейном, пригодилась. Планов у общественников много. Высадить около 500 деревьев, установить освещение, камеры видеонаблюдения, скамейки, урны и другие объекты. Вот только средства в нужном объеме получить, говорят активисты, не смогут. Должна быть какая-то дирекция, которая бы писала заявки на финансирование, которая бы осуществляла работы по парку, которая бы отчитывалась за эти федеральные средства. Сейчас практика такая, что финансирование общественных пространств идется из консолидированных бюджетов. То есть что-то город, что-то край, что-то федерация. В прошлом году общественная организация «Планета», в которой и состоят общественники, выиграла президентский грант на благоустройство парка – 500 тысяч рублей. После этого подключились и другие барнаульцы. В народном голосовании свой голос за дальнейшее развитие юбилейного отдали почти 12 тысяч жителей. После чего юбилейный вошел в список участников нацпроекта «Жилье и городская среда». На его реконструкцию выделили 82 миллиона рублей. Теперь общественники просят неравнодушных поддержать их инициативу, подписать петицию, чтобы у парка появился хозяин, а значит и достойное будущее. София Яценко, Дмитрий Денисов, «День с толком».